Так, всем привет. Связь налаживается. Продолжим проходить. Да, вот, что тут у нас? Подрубляем бафы. Так, я там костик сделал. Нет у меня ткани. На фоне будет Гуартер. То есть отключим. Тихо, пассатижи. Это та самая волна, которая мне сейчас позарез нужна. Так, зазубленный шип. Отсюда сниму. Yes. Do you have the dynamite we require? Need something broken down? Улан эфиром, улан огнем, улан эфиром, ладно. Так, навык защиты. Сейчас мне я смогу пользоваться, значит, сопротивление проникающему, обезвреженному оглушению. Навык атаки растет, но урон падает. Как бы пока что осталось. Тоже оставлю. Safe storage, no questions. Пока что я сюда закину. Oh,
гибкого визоря. Перекрестка делала, надо телосложение высокое. Легкий шлем, ну. Битный мушкет. Я его не потянул. Так, а что тут у нас? Перезарядка навыка, круги атаки, а против какого-нибудь босса пойдет. Сейчас у меня должен быть просто чудовищный урон. Да. Применение. Что у нас? Класс скилл, скрипчик на 2. Я перебуду поставить. Применение, да. Урона основным оружием. Чистка урона, урона огнем. Этот куб мне как-то вообще не особо заиграл. Это что у нас? Класс, перезарядка навыка, скрипчик урона. Десятку надо отбивать. Да, подрывник. Так, мне еще не нравится этот парик. Так, вот это приходит. Все нормально. Let's go. Эфирного кадавра. Так. Будем жутко играть. Еще угодья. Так, а... Эти колососа. Канича полуха, не работает время. Давайте-ка выполним эту работу уже. Уровень выживания. Я уровень все-таки повысил. Сложности. Бодренько. Все сразу кусаться стали пободрее. Не делать нечего особенно. Так, Каныча Кроха, наверное, вон там куда-то надо сходить.
еще. Просто на ветке настроимся. Портал нищих. Так, а тут что у нас? Ага, во, нашел. Эту пушку можно еще сделать только снопу. Я придумал название для специалиста, который... низкого уровня, при этом эпическая фигня. Интересно. Ух. Ну, зато ее продать можно неплохо все это. О, вон тому сейчас в хату я заеду. Так, сейчас мы в него войдем. Move along now, stranger. Здесь ты больше за правое дело. Так вот он, этот парень, который должен быть у меня ключом. Либо кузнец, либо молот.
Ладно, отнесем молот. Да, наверх надо зайти. Колотушка, ладно. О. Так, тут я уже... Нет, не был. Смотри, сука. Thank you.
Тогда ты немного взрываешь еще чертям так. Пойду. Портал. Портал. Что у нас с набранностью? Одиночку есть? Так, я понял, мне вот тут нужно чего. Что он сам дает? Физического урона, навыка атаки. Бодрая штука. Я, по-моему, молот качал. Сейчас выйдем. Посмотрим. Значит, на альту можно смотреть, что валяется вообще. Это неплохо. Сильно освободить в битве. Так, а я еще вот этот участок не изучил. А, крайне часто плохо. Давайте просто туда сбегаем. Смотрим, это есть ли кайф. Я все это поднимал, блин.
Так где мне искать эту гниду? О! Заходись. Пауза на пробел. Что-то я даже не особо вкуривал в пробел, я не буду. Вообще, я часок нашел человека. Ну норм, как бы будет, тут ничего такого нет. Очень такой из дня. Ну, это уже квартал нищего, да? Да, заглянем. Пламенные сапоги. Я везде, а. Я так полагаю, есть такие особые комплекты. Сколько уникального оружия. Которые мне уже нахер не сдались. Вот там вот.
Ой, ничего, надо обследовать. Опять Кайна. Ставим тут, идем к бродягам. Такой не проход. Это что такое? По-моему, здесь был уже, да? Место взрыва. Вот давайте-ка. Что? Серьезно? Не взорвать. Так, так. У нас есть тут еще один ход. Идем. Это, наверное, вот этот ход в пещеру. Не хочу я это хранить. Просто не хочу. Нахер мне нужно. Стой, пистолет. Раньше было. Thank you.
святилище бы сделать. Панцирь, сияющий камень. Я беру этот камень. Ну. Так, это что у нас? Установленный алтарь. О, давайте-ка сюда тогда, ну. Так, ребят, я пройду, окей. Я не хочу драться, я мирный парень. Дайте, я просто пристрелю вашего коменданта. И ладно. Ребята. Так. Продолжаем движение. Обойдите место.
Skills not ready. Мой далекий ветеран сегодня покончил с собой. Древний дурак. Он никогда не смог увидеть всей картины. Респект не стал включить. Я не мог понять великого замысла и сериалов, значение техник. Только Зеев отвернулся от забывшего человечества, ведь идет нелогичное выгодие, но поднимает человеческий род на новую высоту. Конечно, будет немало сопротивления, прогресс играет в эту цену. Ну-ну. Не такую же цену, идиота. Так что нам за дело до тех, кто послушает удобрением до славного рассвета, когда еще давно делает сегодня его для них, но такие же примитивные существа, да, как и у нас лисы. Те из них, кто будет помогать, а еще лучше явно служить, все равно должны будут выковать новое будущее человечество. Идиоты. Вот навешиваем его на жуховые, рады верить. Серьезно? Кто-то вас поднимет, что ли? Думаете, вознесетесь, да? Довесел вам по башке. Вознесетесь. Crush your friends at Devil's Crossing. Can't do that. Strong. Now, I will demonstrate my true power! Can't do that. Stand still so I can crush you. Фотки педанта храбрости волка. Бриджи. Маска гор. 140 у меня мощнее. Игровой. Не понял, что это кафтан эфира. Сейчас с уроном эфиром. Урон огнем. Мощный провинциальный наручный электрошока. Пертыш. Возвращаемся. Come see what's left of my wares. Что это за куда? Так, ну, продать. Чудеса.
хоть и первым, но есть мозг, который я при случае могу использовать. Ну вот это она, конечно, это в целом идет из вышины. Ладно. Какие-то у меня достаточно в целом. Что можно было бы сделать. Мне особо нечего делать, мне нужно вот сюда. Тоже не то.
спустимся, возможно. А, я понял. Там образовался завал, когда я взорвал мост. Офигеть. Последнее, что у меня осталось. Разведать вот здесь. То есть это своего рода выбывание из мира. Граната его не прокинула. Так, бабалана выносить. Конечно, забавно, вот здесь вот так вот, а под завалом такие твари обитают. Призрачное оружие, блин.
Так, что мы здесь будем делать? Skills not ready. Я жирная гнида. Прижимаю его к земле, пока прижимается. Таких врагов вещи не просто не падают. Кстати говоря, это уникальное оружие честного комплекта. Полгеры погибели. И уровень. Подвижный арбалет, самострел в остальных местах. У меня вот так сильно мощь, более мощных колов хотя. Все раскаленные вскрывающие осколки взлетаются во все стороны. Еще у нас мозг и есть, что у нас нихуя, да. С атака на весь, сколько ударов может побить. Добавление предметом. Торгованные навыки. Бейтесь как безжалостный полутролль при использовании в качестве основной атаки. Ваш тролль обводит вас в состоянии еще большей ярости, скажем, да, точности.
сила бонуса растет по мере заряда танка. Является обычной атакой. То есть тихо, по сути. Какая-то дичь. Это что у нас? Залп. Эти залпы лохотели техника для плана летучего. Крутилец по использованию. Она располагается сюда. Так, скорость атаки будет у них. 70%. Прикольная штука, прикольная. Может, пиццу свою все-таки взять? Пока. Тройный залп. Как он работает? Физического урона. А вот он ещё. Забавно. Так, а ведь его еще можно усилить. Come see what's left of my wares. Iron well spent. I'll give you a good price on what I've got left. Put it to good use. Give you a good price on what I've got left. It's a good use. Come see what's left of my wares. It's a good use. Сейчас что-нибудь доберусь, а вроде бы. Ладно, понятно. Мне пока не особо нужно. Тем временем чем-то разобрались, сейчас еще переписали. Ладно, всем спасибо.
всем пока. Продолжим в следующей части.